Президент России Владимир Путин поддержал предложение партии «Единая Россия» усилить парк скорой помощи в регионах. Для этого к 2023 году в субъекты Российской Федерации будет направлено более 5000 новых автомобилей. Первый заместитель председателя Мособлдумы, депутат от «Единой России» Лариса Лазутина подчеркнула, что вопрос о переменах в здравоохранении стал одним из главных, как в послании президента, так и в обращении губернатора Московской области Андрея Воробьева.